Победа в игровом клубе не принесла радости. Сотрудники полиции Октябрьского округа ведут розыск молодого человека, совершившего грабеж на сумму 60 тысяч рублей в одном из интернет-казино Мурманска. Северянин 61-го года рождения, как он рассказал полицейским, выиграл в лотерею. Но с этими деньгами далеко ему уйти не удалось. Его ограбили неподалеку от игрового клуба. В связи с этим инцидентом разыскивается мужчина, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет черная куртка, белая футболка и темные шорты. Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении данного гражданина, у МВД России по городу Мурманск просит сообщить по телефонам 40 76 15, 40 76 43 или 02.